Drodzy flaki, podać flaki, proszę bardzo. Горячие пызы, горячие пызы. Как приехал пан амбассадор Японии. К нам еще приезжал господин посол Японии, тогда искал пызы. Я тогда здесь держала буфет с местными кушаниями, но мы ему показали. Он сразу 3 порции съел, думали, заболеет. А на следующий день смотрим, опять идет господин посол, уже на флячке. Так что это была большая сенсация. Так что это была сенсация великая. Что же это за пызы, которые так любят и посол буржуазной Японии в послевоенной Польше, и нищий студент, и пани с перманентом, и рабочий с окраины? Блюдо, которое прославлено даже в песне. Не płacę, więc owszem zjem, lecz ja tych łakoci nie znoszę. A co lubię? Когда я буду монтировать ролик, фоном поставлю эту песню в исполнении замечательного польского артиста Еремы Стемповского. Пызы – это народная еда белорусов и поляков, состоящая всего-то из картофеля, мяса и лука. Просты в приготовлении и незабываемы, кто хоть раз в жизни их попробовал. Герои песни, которую вы сейчас слышите, они снятся даже по ночам. Но вернемся к нашим баранам. Есть десятки способов приготовления этого прекрасного блюда. С добавлением яиц в фарш и в картошку, с комбинацией сырого и вареного картофеля в тесте, с использованием фарша из уже отваренного мяса. Поляки, например, свои пызы варят. А мы с вами приготовим их так, как это делают в Беларуси. Быстро и красиво. Нарезаем и жарим лук. Измельчаем мясо в мясорубке. Следом измельчаем картофель прямо в той же мясорубке. Это быстрее и результат тот же. Причем измельчаем, как видите, прямо в сито. Таким образом, из картофеля уйдет лишняя вода. Соединяем фарш с луком, который мы пожарили. Солим и перчим. Удаляем лишнюю воду из картофеля. Немного муки, солим и размешиваем. Формируем небольшие шарики из мясного фарша. А вот так лепим наши пызы и сразу же кладем в раскаленное масло на сковородку. Не патрзе в те грамы, як гапа, и никт не муви ми ниц. Аж нагле теж поближу тен запах, ах, то навет по ноцах се сни. Минут через 5 переворачиваем. Венц купує, а в гембе сам мю. Юж колейка и молодик и стару, то на кухне то знаше наш лук. Накрываем крышкой и оставляем на медленном огне минут на 10. Готово!
Я бы еще зашкварила сало с луком и полила бы эти пызы. Но поскольку у меня сала нет, будем есть со сметаной. Приятного аппетита!